Здравствуйте, дорогие друзья, меня зовут Тимур, я представляю компанию Rubber Paint. Сегодня хочу презентовать вам наш баллончик жидкой резины, произведенный на территории Российской Федерации. Ни для кого не секрет, что мы занимаемся производством и этим направлением уже более 3 лет, неоднократно посещали завод в Китае. За это время поняли, какие характеристики для баллона лучшие. Итак, друзья, вот мы пришли на производство баллончиков. Давайте пройдемте вовнутрь и посмотрим все процессы, как все это происходит. Мы изменили форму баллона и дизайн. Как обычно, на колпачке наклейка с светом и фирменная фишка нашей компании – это голограмма. Без нее не советую покупать этот продукт. А теперь о самом главном нововведении, которое должно порадовать всех наших покупателей. Теперь в комплекте с баллонами идут 2 колпачка-распылителя. Один колпачок имеет более узкий факел, предназначен для мелких деталей и для труднодоступных мест. С ним вы сэкономите большое количество материала. Второй колпачок имеет более широкий факел распыления. Он для больших поверхностей, такие как капот, бампера и так далее. Еще одно из главнейших изменений в структуре баллона – это уменьшение подачи материала. Теперь слои получаются намного ровнее, вероятность подтека минимальна. Но необходимо наносить 7-8, а может даже побольше слоев для прочности покрытия. Ну а теперь хочу показать наш баллончик в деле.